В поселке Боровском бюджетникам вручили ключи. Их получили учителя двух школ, представитель спортивного учреждения и работник местного дома культуры. Новые квартиры для них были приобретены в доме, которые сдали в эксплуатацию минувшей осенью. Это первая в Боровском шестиэтажка и единственный в поселке многоквартирник с лифтом. Мы жили в служебном жилье на переулке Кирпичном в общежитии. Поэтому в собственной квартире с отдельным санузлом мы очень рады. Все новоселы не только нуждались в улучшении жилищных условий, они активно участвуют в жизни поселка. Большинство преподавателей молодые, внесены в категорию перспективных. Сейчас переездом заняты 10 семей, еще 2 пока оформляют документы. Конечно, желающих получить бюджетное жилье достаточное количество. Более того, у нас, когда были вакантные места по каким-то предметам в ту или иную школу, то, конечно же, мы понимали, что если мы кого-то там позвали, то нам все-таки надо предусмотреть для них жилье. Поэтому этот вопрос у нас имеет место быть, но вот он так плановым порядком решается,